Рад всех приветствовать на нашем канале. Сегодня у нас очередной видеообзор, и смотреть мы будем на топовые часы Watch 8 Ultra. Это абсолютный эксклюзив, давайте же сегодня я вам все о них расскажу. Итак, молочная коробка с вдавленной надписью Watch, вдавленное яблоко. С обратной стороны у нас также все гравировки, все серийные номера, все имеи, все это, естественно, пробивается на официальном сайте Apple. Также у нас все здесь с обратной стороны идентично оригиналу. Давайте же вскроем эту упаковочку и посмотрим на ее содержимое. Итак, взяли, вскрываем этот полиэтилен, убираем его в сторону, видим эту матовую коробочку. Итак, давайте же ее вскроем. Вскрывается она таким незамысловатым образом. Берем вот эти ушки, оттягиваем и вскрываем упаковку. Значит, что нас здесь первым делом встречает? Значит, ну, упаковочку мы с этими горами так вот посмотрим. Ничего такого особенного здесь нету. И первым делом, значит, что здесь у нас лежит? Это у нас лежит инструкция. Один в один, как и оригинальная инструкция на Watch 8 Ultra. Давайте же ее полистаем, как здесь все выглядит. Плотные страницы. Так вот все листаем, смотрим, видим, что такая же инструкция, как у оригинала. Ну, обычная книжка и книжка, да? Дальше. Значит, у нас здесь две упаковочки. Обе упаковки запломбированы. Как мы видим, вот такие вот у нас идут язычки, хлястики, слайдеры, кто как называет. Отрываются они с довольно-таки сложно, небольшое усилие нужно прикладывать. Но сейчас я это вскрывать не буду. Также можем посмотреть на все серийные номера здесь. Также все заводские обозначения здесь на коробке с ремешком. Давайте пока это дело просто уберем в сторону. Для показа у меня уже подготовлена такая же коробочка, только уже с оранжевым ремешком. Берем, вскроем. Все то же самое. Инструкция. И две упаковочки. Одна с ремешком, вторая с часами. Итак, как вы видите, я уже здесь все вскрыл. Вскрывается оно путем отрывания этого язычка слайдера. И достаем ремешок. Вот таким вот образом выглядит силиконовый ремешочек. Так вот все выглядит. Оранжевый, красивый, яркий, насыщенный цвет. Многие спрашивали, как регулируются здесь вот эти кольца, звенья. Все легко и просто берется, регулируется. Так вот, таким вот путем взяли, отодвинули, оттянули и установили на другое отверстие это колечко. То есть отрегулировали ремешочек под себя, как говорится. Дальше здесь бумажка, инструкция. Не будем заострять на это внимание. И самое главное, смотрим на коробку с часами. Так вот выглядит у нас коробка. Тут тоже какое-то обозначение, неважно. И, значит, что мы видим? Давайте посмотрим на вот такую штуку, как... Видите, как он тут вынимается. Design by Apple in California. И мы видим, что здесь у нас находится... Давайте вытащим, посмотрим, что же там находится. Находится тут таблетка, беспроводная зарядка для этих часов. И самое интересное, что здесь у нас идет уже USB-C. А это значит, что часы заряжаются намного быстрее, чем через обычный USB этот штепсель. Вот, то есть уже беспроводная зарядка идет нового поколения. Абсолютный эксклюзив, еще раз говорю. И смотрим на сами часы. Часы у нас массивные, довольно-таки увесистые, тяжелые. Давайте внимательно смотрим с правой стороны. Я вот так вот вам аккуратно приближу, чтобы вы все внимательно посмотрели, как все дело выглядит.
С левой стороны, обратите внимание, кнопка какого цвета, динамик, микрофоны. Вот. И с обратной стороны, что мы видим? Давайте поближе. Watch Ultra, 49 мм, титаниум, керамик, сапфир, GPS, LTE, IP67, погружение 40 метров. Вот, пожалуйста. И самое интересное, вот эти болтики у нас уже не нарисованы, они у нас уже настоящие, вот эти шурупы. И идут у нас уже... фиксаторы, полноценные рабочие фиксаторы, не какие-нибудь там нарисованные. Ну что ж, давайте посмотрим, как включаются эти часы. И включаются они, зажимаем нижнюю правую кнопку, и вуаля, загорается яблоко. Это абсолютный эксклюзив на Watch 8 Ultra. Во многих версиях там бывает hello, либо еще что-нибудь. То есть обозначение какого-нибудь там приложения, которое дружит с этими часами, тут же полноценное яблоко загорается при включении. И что ж, давайте смотрим. Поближе вам поднесу. Рабочая стрелочка. Обратите на это внимание, что она рабочая. Бывает такое, что именно на фирменных вот этих циферблатах эти стрелочки либо отсутствуют, либо не ходят, либо ходят неправильно. Вот. Все циферблаты у нас кликабельные, то есть можно менять таким вот образом, можно менять путем поворота колесика Digital Crown. Обращаем внимание, что лошадь у нас тоже моргает, то есть она у нас смотрит, видит. Вот. Также следующие циферблаты тоже посмотрим. Вот такие. Все циферблаты у нас качаются с бесплатного приложения, то есть берем, свайпаем сверху вниз, включаем QR-код, наводим камеру своего телефона, сканируем QR-код, телефон вам подскажет через браузер, на какой сайт перейти, что скачать. Вы качаете вот это приложение абсолютно бесплатно, устанавливаете его на свой телефон и спокойно пользуетесь. Вот, также тут у нас есть режимы яркости. Дальше уведомления. Так как часы были выключены, уведомления все у нас пропали. Уведомления приходят абсолютно с каждого любого мессенджера. Также у нас здесь есть адресная книга. Никуда она не девается. Она у нас синхронизируется с телефонной книгой. Также давайте посмотрим еще, что у нас тут есть. Информация, то есть вот Watch Ultra, серийный номер, все это у нас тут есть. Также смотрим, что здесь. Также можно поменять меню, то есть можно сделать таким меню, таким меню, таким, 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 без разницы, это стиль меню. Вот, все это дело у нас есть. Также здесь у нас такое меню. Так, вот, все, смотрим. Все у нас есть. Настраиваем часы под себя. Также здесь сердечные ритмы. Так, информацию вам показывал. Так, выключение, неисправность. Так, ага, так мы это все. Здесь все посмотрели. Дальше, если слева направо тянуть, мы видим боковую шторку. Также здесь погода. Давно не синхронизировались с нашим телефоном. Обязательно будет показана погода. То есть здесь 4 приложения, которые последние мы включали на этих часах. Дальше давайте посмотрим, что у нас еще есть. Пробежимся по меню. Как мы видим, меню плавное, ничего не тормозит, все круто, классно работает. Так, мы видим здесь автовключение дисплея. Также можно поиск телефона. Вон уже, пожалуйста, телефон где-то лежит на столе, жужжит. То есть поиск телефона можно функцию включить. Также здесь у нас последние функции, которые были включены. Также левую оранжевую кнопку мы настраиваем под себя, можем настроить. То есть взяли, выключили, грубо говоря, часы.
Так вот сделали. И здесь у нас ритмы движения, все функции вот у нас есть, все по-русски, все без каких-либо ошибок, все это у нас есть. Дальше, ну, уведомления, как я уже говорил, что по привыкленных часах уведомления, конечно же, приходить не будут, они обновляются. Вот, дальше, конечно же, можно слушать музыку, управлять громкостью с помощью колесико Digital Crown. Здесь функция просто взяли, захотели выключить, отключились от телефона, взяли, захотели, включились, то есть все легко и быстро, все у нас проходит. Также смотрим, что у нас есть. Кольцо активности, пожалуйста, калории, шаги, все это у нас показано. Дальше режим сна, дальше, конечно же, будильник. Конечно же, можно настроить языки, также так, настройки вы уже смотрели, видели. Так, калькулятор, пожалуйста, все это у нас идентично оригиналу. Также температуру мерят часы. Что еще вам показать? Конечно же, ну, календарь, само собой, соответственно. Можно с этих часов, естественно, звонить, принимать звонки, разумеется, так как это уже полноценно смарт-часы. Вот, также можно фотографировать с помощью этих часов. Просто взяли камеру, включили на телефоне с помощью приложения и нажали. У вас произойдет снимок. То есть не надо, как в дешевых убогих версиях, там трясти часами, там еще что-нибудь. Просто взяли, часы находятся там, ну, у вас на руке, взяли, нажали, и фотография получилась. То есть очень удобно, допустим, взяли, поставили часы, ой, телефон перед собой и сделали селфи или просто фотографию без помощи, грубо говоря, рук, не трогая телефон. Также голосовые помощники здесь у нас все есть, конечно же. Вот, то есть так вот выглядят часы. Давайте посмотрим, как они у нас сидят на руке. Примерим ремешок, который идет у нас в комплекте. Так, мы его, этот ремешочек, сюда воткнули. Так, и вот все. Значит, таким вот образом. И самое главное, смотрим внимательно, у нас идут фиксаторы. То есть, и вот я вот сейчас вот силы дергаю, вот так вот трясу, и ремешки никуда не деваются, потому что их четко держит фиксатор. Чтобы снять, нужно ногтем слегка придавить, и ремешочек слетит. И вот он сюда залезает, я вот, смотрите, как качаю, и ничего с ним не случается. Вот, давайте примерим его их на руку, то есть взяли часы, так, подтянули, так вот, оп, и вот так вот сделали. Ну, опять же, я повторяюсь, вот это кольцо можно переставлять в любое отверстие на ремешке. Вот видите, далеко убрал. Вот, но тем не менее, сейчас протру, чтобы было все чисто, четко, аккуратно. Вот таким вот образом выглядят часы на руке. Очень стильно, солидно. И от оригинала эти часы вообще невозможно отличить, потому что выполнены они очень круто, качественно. Вот видите, автоповорот, экран загорается. Как все видите, все четкий экран. Вот посмотрите внимательно поближе, как это все выглядит у нас на руке. Давайте вам так вот покажу. Вот все четко, четкий экран. Под разным углом все у нас все видно. Действительно, приятно делать обзоры на такие качественные часы. Какой глубокий здесь черный цвет на данных обоях. Вот фирменные обои. Так вот все у нас классно выглядит. И конечно же, к этим часам подходят ремешки от оригинала. То есть, допустим, вот такие ремешки текстильные, которые тоже, естественно, можно купить в любом
магазине с оригинальными аксессуарами для Watch 8 Ultra, то есть вот металлические, то есть легко все подходит, без проблем, вот, можно к этим часам, вот, то есть, и не нужно забывать о стоимости данных часов, то есть вот оригинальные часы Watch 8 Ultra стоят, ну, я вам скажу, что просто как новый iPhone, вот, и ремешки к ним стоят как, даже не знаю, там, больше 10 тысяч рублей, вот, а если разницы визуально нету и выполняют они те же самые функции, что и оригинальные часы, вот, зачем переплачивать, как говорится, а за ремешки, которые стоят там выше 10 тысяч рублей, там, я не знаю, там тысяч по 12, по 14 продают некоторые магазины, то можно купить две пары вот таких вот классных часов и одну оставить себе, а одну подарить своим близким или знакомым. Вот, ну, такой у нас получился сегодня видеообзор. Действительно, четкие, классные часы. Мне они очень понравились. Вот, дружат с айфоном, андроидами. Легко подключаются с помощью бесплатного приложения. Классно сидят на руке. Тяжелые, увесистые, батарейка у них хорошо себя зарекомендовала. Плюс беспроводная зарядка, конечно же, с USB-C. В общем, такой у нас сегодня получился позитивный видеообзор на часы Watch 8 Ultra. Мне действительно предоставило удовольствие их сегодня обозревать. В общем, если вам понравился сегодня данный видеообзор, обязательно ставьте пальцы вверх. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Обязательно подписывайтесь на все наши соцсети. Это ВК, Инста, обязательно в Телеграм. Пишите, задавайте ваши вопросы. До скорых новых встреч. Пока.